Здравствуйте, сударыни и судари. Порой вы ищете какой-то необыкновенный сорт малины, затрачиваете большие деньги, хотя у вас, возможно, совсем неплохой сорт, просто вы с ним недостаточно правильно обращаетесь. Вот убрали урожай ягоды, ну так теперь за ней надо поухаживать. Для вас подсказка опытного огородника, огородницы, замечательного человека. Послушайте. Я малину взяла. Я ее сажу. Ну, на расстоянии где-то 70 сантиметров один от другого. Вот на таком расстоянии. Правда, эти примерно 70. Вот. И она, ну, удобрила ее, перегнойчик сверху посыпала. И она растет. Оставляю 2-3 росточка, остальные я убираю. Вокруг вот такой участок я просто земельку рыхню, там если выросла травка, убираю эту травку, перегнойчиком засыпаю, а вокруг все обкапываю, чтобы не расползалось это по огороду. Весной, когда она начинает расти, она отрастает 70 сантиметров, я ей верхушки убираю. Тогда она не идет, вот эти голые палки, а дает боковые побеги. А в конце лета или начале следующего года вот та поросль, что пошла боковая, я им верхушечки тоже подрезаю. Ну, вот такой уход. Значит, суперфосфат не нуждается, малина, а все остальное... Милости прошу, как говорится. Малина хорошая получается, потому что именно боковые, так же, как смородина, она же тоже такая же, тоже эти хлысты-то их обрезают, и на боковых хорошая смородина, а эти так и здесь. И вот иду, вот эти вот ограды, а сверху ограды эти палки торчат, так обидно. Соседки-то потихоньку ей верхушки прищипывают, ее малине. Или по улице иду, то, что вылезло, хочется. Ну, а так, командовать там что-то, кому-то советовать. Меня там никто не знает, я недавно приехавшая. Убрали урожай. Нужно малину обиходить. Ее обязательно нужно замульчировать. И хорошенько-хорошенько покормить. Чем мульчировать? Ну, что у вас есть под рукой? Соломой. Перегноем, покормить ее для того, чтобы она не убегала, для того, чтобы листья у нее были живые и здоровые, чтобы она сама была здоровая и кормленная. Малина очень любит быть сытой. А вы ее пускаете на голодный прокорм и хотите что-то добиться. Так не бывает. Конечно же, необходимо малину регламентировать. Ну, зачем вот такой лес оставить здесь? Ну, примерно 5 побегов. И достаточно. А всю старую вырезать. Обрезаем верхушки, и тогда она будет куститься, и получится своего рода малиновое дерево. Каждый побег даст отводки, побеги дополнительные. И они подарят вам урожай. Вот смотрите, если присмотритесь, то вы видите, что здесь один побег, другой побег. Получается, что не на одном стволе ягода, а на всех этих побегах. Очень простые законы выращивания прекрасной малины, богатого урожая на малине. Всего-то навсего эти два момента иметь в виду. Будьте здоровы и до встречи на нашем канале.